В общем, летом надо было чем-то мне заняться, и поэтому я, в общем, позвонила своей подруге Алисе. Я ей сказала, может быть, сделаем какой-нибудь клуб. И я сказала, будем там помогать кому-нибудь, ну там людям пожилого возраста, там детям. Она говорит, ну и животным. И, в общем, она одобрила эту идею, и мы, в общем, решили сделать этот клуб. Я там делала объявления. Вот, а Алиса плела браслеты. У каждого, ну, в общем, тот, кто пройдет наш экзамен по доброте, будет, в общем, ну, носить такой браслет, который ему нравится. Но это будет типа знак, что он в нашем клубе. Вот. Еще у нас есть девиз. Ну и вообще, мы очень хотели бы построить этот клуб, только нам вот не разрешали. Мы собирали всякие стройматериалы. Алиса вообще хотела брать, ну вот, с дачи всякие дощечки. А я там брала коробки, и тоже у нас дощечки есть. Ну и вот, но мы не смогли все же построить. Может быть, кто-нибудь поддержит нашу идею и тоже сдаст экзамен по доброте.